летом в лагерях. И сейчас они разбежались по точкам, потому что этот забег или путешествие, или такое мероприятие сейчас связано с разными точками в городе Йоффе, в центре Йоффе. Они должны решать задания, кто быстрее и лучше, и точнее эти задания решит и придет, так сказать, на финиш вовремя, те и будут, те и выиграют, и призы у нас есть очень хорошие. А в следующем году, кто уже сейчас хочет прийти на это соревнование, в следующем году надо просто чуть-чуть раньше организовать команду от фирмы, от, может быть, дружества, может быть, хор, может быть, танцевальная группа, и просто прийти сюда. И еще у нас считается и форма одежды, как хорошо и красиво кто-нибудь, кто из команд оделись, у кого самая стильная одежда.